Добрый день, уважаемые слушатели, с вами канал «Эзотерика для тебя». Друзья, мы сегодня с вами поговорим о нумерологическом гороскопе на ноябрь 2017 года. В нумерологии каждое число имеет особое значение. С помощью нумерологического гороскопа на ноябрь 2017 года проще планировать дела, избегать препятствий на жизненном пути и реализовывать свой потенциал. Последний месяц осени пройдет под эгидой числа 9. Оно наделяет людей положительными качествами, вдохновляет на новые свершения и помогает достичь компромиссов. Ко всему прочему, девятка способна притягивать материальные блага, поэтому в ноябре может появиться возможность улучшить финансовую сферу жизни за счет новых достижений, кропотливой работы и доброжелательного настроя. Девятка располагает к взаимопомощи, что упрощает достижение целей. Итак, любовь и отношения в ноябре. Девятка способствует быстрому налаживанию деловых и личных контактов, поэтому ноябрь будет весьма продуктивным для знакомств и сближения людей. В личных отношениях люди будут склонны проявлять самые лучшие качества, чтобы заинтересовать понравившегося человека. Однако усиленная интуиция, которая наделяет это число, позволит определять истинные намерения людей и обходить стороной тех, кто неискренен. В состоявшихся парах, по мнению нумерологов, наступит благоприятное время для укрепления взаимопонимания. Супруги смогут найти общее дело, которое еще больше сплотит их союз. В деловых отношениях девятка обладает завидным упорством и, несмотря на мягкий характер, способна беспрепятственно осуществлять свои задумки. В ноябре удачными будут всевозможные встречи, конференции и съезды. Также будут легко удаваться деловые переговоры, наем новых сотрудников или расширение клиентской базы. Что нас ждет в сфере финансов и работы в ноябре 2017 года? Благодаря положительным качествам девятка способна привести к процветанию. Интуитивные способности, которыми наделяет это число, помогут найти выход из затруднительного положения, а также отказаться от бесперспективных вложений или проектов. В деловой сфере наибольшее влияние девятка оказывает на людей творческих профессий, развивая воображение. Девятка – число не одиночное, поэтому коллективная работа принесет гораздо больший доход и продуктивность, нежели попытки выполнить все запланированное в одиночестве. В плане финансов число нестабильно. Девятка не склонна к накоплениям и вполне может заставить людей сорить деньгами. В связи с этим мы рекомендуем в ноябре заранее планировать покупки, а также учитывать свои доходы и не поддаваться порыву потратить крупную сумму денег. Щедрость и чрезмерная расточительность вполне могут поставить вас в затруднительное положение, поэтому в ноябре стоит исключить спонтанные траты. И давайте поговорим о здоровье и настроении в ноябре 2017 года. Настроение в ноябре также будет подвержено влиянию числа 9. Кроме продолжительных качеств, дружелюбия, радушия и коммуникабельности, девятка может спровоцировать импульсивность и дурное настроение, которая помешает добиваться успеха и развивать свои таланты. Чтобы месяц прошел в прекрасном расположении духа, нумерологи советуют развивать позитивное мышление, а также не зацикливаться на неприятностях. В целом девятка позволяет проявить все самые лучшие черты характера, обладает мягкостью и уступчивостью, но не позволяет воспользоваться собой в корыстных целях. По отношению к здоровью девятка наделяет людей хорошим иммунитетом, что благоприятно отразится не только на самочувствии, но и на настроении. А поддержать бодрость духа в ноябре помогут активные физические тренировки, которые станут неплохой разрядкой для скопившегося негатива. Последний месяц осени не стоит пренебрегать прогулками на свежем воздухе. Они прекрасно влияют на самочувствие и поддерживают естественную защиту от вирусных заболеваний. Друзья, обращайте, пожалуйста, внимание на наши советы, и мы надеемся, что у вас все будет хорошо. Друзья, это был канал «Эзотерика для тебя». До новых встреч!